Данный список у нас разбит по нескольким дням, то есть в день банк будет обслуживать 20 человек, и в течение 2 недель граждане будут проверяться, смогут подойти, сдать документы на прохождение платежеспособности. Те граждане, которые не смогут пройти платежеспособность, не смогут подтвердить платежеспособность, вместо выбывших участников будут направляться следующие участники по списку. Алло, неге барасың, малышка жаңа? Міне. Неге 5 минуттан өтем жеме дейді, шығып барады, бес айды. Сарику приедем, быстренько видео скинем и поедем. Введен, это значит, люди там живут. Там прям определенного количества в программе не написано, что есть. Список основной. То есть уже человек с набранными баллами у нас в расстоянии года. Мы направили где-то около 8 потоков заявлений, то в этом году мы приняли 920 заявлений. Их обслуживать в дальнейшем банк будут. И завтра софинансируется, например, когда... Вот я вот, ну как бы, в прошлом году было 2 семьи, которые не могли... Их счет в банке, мы их направили в банк. Просто разъяснение документов уже по их программе. То есть... А вот вы...